объясните. Конечно, я все расскажу, покажу. Не вопрос. Чехол для него. А, чехол для него. Здесь все легко и просто. Проверяете. Все ли так, здесь никак на бензином все правильно. То есть поворачиваете зажигание, загорается приборная доска. Ага. То есть заряд. Ну, заряд аккумулятора, да, скорость, ну, показывает, да, и там еще пробег, когда он стоит, ну, например, понятно, если понятно. Включить. Вот. То есть вот. Вот, смотрите, здесь, значит, сигнал. Да, здесь да. Поворотники. Угу. А вот, здесь... То есть они тоже отображаются, вот видите. Угу, угу. Лево, а здесь право. Свет. Да, здесь свет включается. А, то есть... а вот он. То ну, есть такая все горит, полудетская да. Мобиль. Ну, ну конечно, не, взрослые тоже могут ездить. Как бы он хорошо тянет. То есть поворотнички, все аккуратненько сделано. И, значит, здесь. Здесь уже стоит вот на первой передаче, ну, вперед едет. Угу. Да? То есть здесь. А назад. Назад, вот переключайте, вот это, да. Угу. Это скорость. То есть первая. Ну, он будет ну, такой медленный или быстрый. Вторая, третья. Вот. Давай вперед ставим. Вперед. Вот. И что хорошо у них, да, вот у нас тоже были тысячеваттные киловаттники. Что? И они, киловаттники у нас тоже были, да, у них был, ну, быстрый разгон, то есть они с места прям срывались. А это? А это плавный, видите? Угу, я понял. Это там чуть-чуть надо газон. Да. А, ну, все, понял. Вот. Понял. То есть. Газонку. И третий тоже. Газульку поддал и все, да? Да. Также он глушится с брелков. Пусть стоит здесь. Да. Давайте вот, то есть можно завести его, смотрите дальше. Можно завести, вот два раза на молнию нажимаете, все, он дистанционно завелся, то есть расстояние. То есть, а, также, не, не надо это. То, нет, ну, если ребенок там уезжает на дорогу, не слушает куда-то, вы ему кричите, да, то есть можете выключить его на расстояние. Угу. А, вот так, вот этим вот. Да. А это вот на замочек ставится? Ну, это сигнализация. Лучше не ставить, чтобы этот аккумулятор не сажался. Угу. Вот. А так, два раза на молнию, а выключить его на открытый замочек нажимаете. И это просто... А выключить? Молнию выключить? Нет, включить молнию. Включить. Да. Сейчас он выключен. Два раза на молнию, быстро. Все. Видите, он... И выключен, да? Вот. А сейчас выключить. Ну, вот по нему... Раз, это да. Вот два раза на молнию, чтобы дистанционно управлять, да? Да, да. Ну, здесь из брелка заводили, ну, да, значит, там, с брелка... наверное, есть у него это описание какое-то. Да, книжечку я вам дам. Ага, хорошо. Вот. Да. Тогда... Сколько запас хода у него? 20, наверное, километров. 20-30 километров, по-моему. Ух, можно ездить в эти деревья.